Ребятишки, приветствую вас. Очередной день на даче проводим. Погода кайфовая. Вода очень душно. И такое ощущение, что, ну, мне кажется, должен быть дождь. Потому что небо вот такое хмурое. Видите, да? И очень как-то парит. Даже не жарко, а просто вот именно вот как перед дождем. О! Заработал. Короче, сейчас я буду, знаете, чем заниматься? Сейчас я буду, как я говорил уже в предыдущих видео, там дерево заваленное, мне нужно их посекать поменьше. И чтобы не сжигать эти деревяшки, я просто сейчас в мешок их свалю, небольшие такие вот корешочки, и потом просто выкину. Вот, а чем я буду секать, вот, я такую штуку привез. Это вот тут, видите, вот, ножницы. Секатор и пила такая. Но вот такая пила есть у меня. Я вот этот секатор ждал, когда он приедет. Но он не просто, он с такой еще штангой длиннющий. Она где-то, наверное, 1,3 метра длиной. Ну вот, сюда батарейка вставляется, а там на том конце одевается вот эта вот насадка. Вот. Но самый прикол в том, что китайцы же они у нас. Куку на голову открываешь, а здесь два секатора, пилы нету, два секатора. Вот видите, какой секатор. Главное пальчики не сувать, а то пальчик откусится и еще. Видите, комплектация под цепную пилу, цепка в комплекте идет. Шинка. Вот, а тут китайцы положили второй такой секатор. Чем они там башкой думают к своим Китае? Что там они курят? А может, жуют чего-то? Сам прикол, что вот это вот, вот такая одна штука, такая комплектация во всей партии, вот такой один был. Ну, мне пила-то не нужна. Мне Вова говорит, будешь брать? Вот такая комплектация. Две штуки. Я говорю, конечно, буду. Пила-то у меня есть, а секатор я кому-нибудь могу подарить или в аренду сдать. Сейчас, когда одену, покажу вам, как он работает. Вот, отделали батарейку. Вот так, когда нажимаешь, он не секает ничего, видите, не работает механизм у него. Сделан специально, чтобы пальчики не отфигарить. Тут и кнопочка есть, так, нажимаешь на кнопочку. Вот он включился, видите? Сейчас не будет все равно сечь, потому что еще должен быть один звуковой сигнал. Видите, пока не работает. Вот теперь будет сечь, все. Вот, звуковой сигнал, что он готов к работе. О, видите? Охрененная штука. Сечет все подряд. Ой, блин. Пойдемте, покажу вам. Сейчас я что-нибудь как отсеку. Так. Вот у меня тут, видите? Это я такой маленькой пилу цепной завалил. Это уже не надо сечь, а вот эти штучки, вот надо вот эти такие длинные. Вот берешь. О. Ну, вот эти. Я сейчас так посеку и все поскладываю. Вообще просто офигеть. Смотри, какая у меня штука классная. Кто там хулиганит у меня? Сорока, балабока. Вон, друзья, видите? Сидит. Или вы не видите, и сам не вижу. Видите, нет? Рока-балабока. Давай иди оттуда. Кто мне тут секатор? Фью.
Сейчас все оттеку. О, выключился. Видели, нет? О, опять заработал. Что они там делают? Вон она, по деревьям, как белка скачет. Такой секатор. Сейчас я одену перчатки, возьму мешок и буду все сечь. Да, пока поставлю, чтобы никто ничего, пальчик себе не отфигарил. Дарич, не подходи к секатору, а то он тебе отсечет что-нибудь, хвост еще. Случайно. Вот такие у меня получились две кучки. Побольше, но это для мангала. Мне кажется, вообще будет самое то. Самое нормальное. И вот такая мелкота. Что, я не знаю, для мангала тоже что ли оставить ее или что выкинуть. В любом случае, я сейчас его, всю эту мелкоту соберу в мешок. А потом подумаю, что с ней делать. Для мангала. Или выкинуть. Не, ну это в любом случае. Это для мангала точно пойдет. Это хорошие прям. Они подсохли прям, вообще отлично будет, хорошо. Короче, минут, наверное, 10, ну, может, 15 я на это потратил. Всю эту кучу я вот этим секатором. Короче, вещи, ребята, просто. Не зря я ее ждал целый месяц. Теперь я быстренько все, буквально за 10 минут все переделал. Так, сейчас буду складывать. Так, друзья, смотрите, значит, вот эта палка, удлинитель так называемый, вот, он удлиняется довольно-таки далеко, вот так вот цепляется это устройство сюда, вот, отщепляешь и вытягиваешь, отщепляешь и вытягиваешь, и вот ручка управления, то бишь, яблони высокие, еще что-нибудь на высоте нужно, вот сейчас я пойду кусты суповника обрезать. Они колючие. Сейчас издалека буду чих-чих-чих-чих делать. Вот такая приспособа. Это очень удобно. Классно. Вот я ее и ждал. Вообще думал, просто приедет эта одна штучка. А она, видите, поставка пришла. С палками. С палкой с этой. И даже удобнее. Вот это сейчас хочу. Видите? У меня какое-то все хрен чего. Все это все чук-чук-чук-чук. Постараюсь обрезать, чтобы было красиво. Сюда я поставил мешок с этими маленькими. Не знаю, может тоже в мангалах. Может выкинем еще. Уже не посоветуюсь. А большие я вот так сложил. Вот. Под мангал и уже в мангал. Колесо куточки что-то вообще, блин, накачало его. Оно... Блин, уже опять спустила. Одним словом. Капец. Просто на новое колесо покупать или камеру. Так, сейчас буду секать. Надеюсь, не упадет. Я не должен.
В общем, друзья, вот так вот я сделал. Не знаю. Понравится такая штука, Жене, не понравится. Пускай тебе приходит дальше сама. Что скажет, то и буду. Блин, только все руки расколол. Капец вообще. Все колется. Че она такая колючая? Ужас какой-то. Вон, вся рука красная. Вроде бы нет, а все равно раз-раз, да где-нибудь. О, целая куча у меня получилась. Ну что, я попробовал. В общем, нормальная эта штучка. Все зашибись, работает. Мне понравилось. Не знаю, как-то надо сформировать его. Скажи, не скажет, что тут я трежу. Отфигарю. Вот сколько было всякого барахла на ней. Сухих веток, сухих, друзья. Может вообще его удалить? Честно говоря, я вообще его удалил бы. Нафиг он тут нужен? Тут просто потом сравнять все, побрить пару раз, и будет хорошая чистая травочка расти. Зачем этот куст тут нужен? Сегодня дыру что-то вся расползлась у нас. Смотри, какая здоровая стала. Тоже надо ее чикать, пыкать. У меня яблонитика стоит, сформированная, хорошая. Так, ну все, что-то я уже... Колесо на тачке сдулось. Так, пить хочу, жарко очень. Пойду сейчас в дом под кондер сяду.